Всех приветствую, продолжаем знакомиться с актрисами, их биографией, рассматривать фотографии этих актрис. Керстин Анита Марианна Экберг, шведская актриса и фотомодель. Наиболее известна ролью Сильвии в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 1960 года. Считается одним из секс-символов итальянского кино 60-х годов. Я пользуюсь Википедией переводной. Родилась на юге Швеции в Мальмё 29 сентября 1931 года. Была шестым ребенком из 8 детей. В подростковом возрасте начала заниматься модельным бизнесом и в 1950 году по настоянию матери приняла участие в конкурсе «Мисс Швеция», в котором одержала победу. Отправилась в США и участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то, что она не заняла в нем призового места, Экберг заключила контракт с киностудией Universal. В 1953 году, после ряда уроков драмы, ораторского искусства и английского языка, Экберг дебютировала в Голливуде в комедии «Эббот и Костелло отправляются на Марс», где сыграла небольшую роль. Много работала в рекламном модельном бизнесе. В 1955 она вернулась на большой экран в приключенческом фильме Джона Уэйна «Кровавая аллея», где ее коллегами по экрану выступили Сам Уэйн и Лорен Бэкл. Эта роль принесла начинающей актрисе премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди женщин». Снялась вместе с Дином Мартином и Джерри Льюисом в двух комедиях Paramount Pictures «Художник и модели», «Голливуд» или «Пропал». Исполнила роль Элен в крупномасштабной эпической картине Кинга Видер «Война и мир», съемки которой проходили в Риме. Другие заметные роли в Голливуде у Экберг были в картинах «Парижский праздник» 1958 года с Бобом Хоупом и «Кричащая женщина» 1958 года с Джипси Розой Ли. В историю кино Экберг вошла благодаря роли капризной суперзвезды в культовом сатирическом черно-белом фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, который позднее снял ее в «Боккаччо 70», «Клоунах» и «Интервью» 1987 года. После отъезда в Швецию в начале 1950-х годов Экберг редко посещала родину, обосновавшись в итоге в пригороде Рима. Актриса дважды была замужем. Оба ее брака с актером Энтони Стилом и Риком Ван Натером завершились разводами. В одном из последних интервью она признала, что у нее был роман с итальянским предпринимателем, директором концерна Джанни Аньелли, который был самой большой любовью в ее жизни и от которого она мечтала родить ребенка. Летом 2009 года она была госпитализирована в одну из клиник Рима в нейрохирургическое отделение после того, как упала у себя в доме. Несмотря на улучшение здоровья, в дальнейшем актриса находилась под наблюдением медика. В 2011-м сломала шейку бедра и несколько месяцев провела в клинике в Римини. После выписки была вынуждена обратиться за финансовой поддержкой в фонд Феллини, так как за время отсутствия ее дом был разграблен и поврежден пожаром. Последние годы своей жизни провела в одиночестве в своем загородном доме в окружении четырех собак и редко выбиралась в свет. Умерла 11 января 2015 года в возрасте 83 лет. Но так вкратце из переводной Википедии о шведской актрисе и фотомодели, которая наиболее известна роли Сильвии в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь», секс-символе итальянского кино 60-х годов Керстин Анита Марианна Экберг. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.